Сегодня мы с вами готовим блюдо из фарша. Вот такие котлеты, добавим овощи. Безумно вкусное блюдо получается. Можно подать на обед, на ужин. С удовольствием все будут кушать. Посмотрите, какая красота получилась. А соус, ну, очень вкусный. Советую приготовить. К такому блюду можно подать салат овощной. Это уже на ваш вкус и на ваше усмотрение. Мясной фарш можно использовать любой, можно взять смешанный. Картофель, морковь и капусту белокочанную я пропустила через мясорубку. Соль, хмели-сунели, приправу добавляйте на свой вкус. Перец черный молотый. И еще добавлю молотый кориандр. Чеснок. Все хорошо перемешаем. Нужно хорошо отбить. Отбиваем 10-15 раз. Обязательно руки умакиваем в холодную воду и формируем заготовки. Можно любой формы, можно круглые их приготовить. Ну, вот такой формы. Можно их сделать поменьше. Сковородка с растительным маслом разогрелась. Обжарим котлеты до образования корочки. Жарим на среднем огне. Переворачиваем на другую сторону. И обжарим с другой стороны 2 минуты. Обжарили с двух сторон. Перекладываем на блюдо. Для жарки котлет я на сковородку добавила 2 столовые ложки растительного масла. Добавляю еще 2 столовые ложки растительного масла. Добавляю на сковородку чеснок. Обжарим в течение 30 секунд. Среднюю луковицу нарезала полукольцами и добавляю на сковородку. Обжарим до золотистого цвета. Добавляем кетчуп, можно добавить томатную пасту. Ну, томатной пасты достаточно 1 столовой ложки. Кетчупа я добавила 100 грамм. Добавляем крутой кипяток. Добавляем соль, перец черный молотый. Соус должен получиться в меру соленый и вкусный. Все приправы добавляйте на свой вкус. Доводим соус до кипения, пробуем на вкус. Добавляем сливки жирностью 10% и доводим до кипения. Я еще добавлю сладкую паприку молотую, 1/2 чайной ложки. Я еще добавлю соли. Перекладываем котлеты. Накрываем крышкой. Прошло 5 минут, перевернем на другую сторону и протушим еще 5 минут. Я тушила на огне ниже среднего, у меня 9 делений, я тушила на 4. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Всем пока-пока!